Обожаю салат из капусты. Давайте скорее готовить. Капусту надо тоненько нашинковать. Добавлю немного редиски. Нарезаю ее тонкой соломкой. Обязательно в салат добавляю помидорки. Мне нравятся разного цвета, поэтому у меня красный и желтый. Нарезаю их тоже соломкой. Свежий огурчик тоже нарезаю соломкой. Вообще очень красиво смотрится салат, когда все продукты нарезаны одинаково. Нежность вкусу придаст авокадо. Буду нарезать его тоже соломкой. Добавляю в салат яйца. Конечно, их можно потереть на терке, но мне больше нравится порезать их соломкой. Конечно, в салат хочется добавить и зелени. Сегодня у меня зеленый лук. Очень хорошо также салат будет смотреться с укропом и петрушкой. Добавляю в салат соль по вкусу. Заправлять салат буду соком лимона и маслом. Вообще этот салат очень вкусно, также можно заправить майонезом, сметаной. Можно соединить вместе. Готовый салат посыпаю кунжутом. Скорее пробуем, что получилось. Классно, хрустящий, легкий, очень такой питательный и легкий салат, супер. Ребят, подписывайтесь на наш канал, давайте будем готовить вместе, вкусно, быстро и просто. Прошу к столу и приятного вам аппетита.